Саме 90-х тут проходить 11-ро найсильніших. Мені дуже хочеться, щоб, насолоджуючись їхніми виступами, ви не забували про головне. Сьогодні один із них приречений покинути наше шоу назавжди. І тільки в ваших силах врятувати свого улюбленця. Спонсор шоу «Lenovo» – сучасні комп'ютерні технології для тих, хто діє. Судячи з того, що мені довелося почути і підгледіти під час репетиції, Серега, ти зі своїми хлопцями всерйоз вирішив довести у другому раунді, що на X-Factor'і можливо все. Чи я помиляюсь? Я би мог пафосно представити наступного учасника, але буду краток і прост в його представленні. Смотрите і слушайте. Олексій Смірнов. Когда осталось уже там, 15 секунд. Назад дороги нет, все, ты на сцене. Ты классный, ты настоящий, ты искренний. Это так ценно. Вважати сьогоднішній день щасливим. Я не думал, что будет так страшно там стоять. Може, Олексій Смірнов. Уже в школе, класс, наверное, третий, был какой-то день учителя. И мне сказали, все, Олексій буде солировать. Меня поставили вперед, а сзади стоял хор из ребят. Вот. Я был в костюме медведя, и у меня на голове была буква «С». Смирнов, да. Если хочешь много знать, многого добиться, обязательно читать, должен научиться. Азбука, азбука, когда нужна. Азбука, азбука. Мне кажется, задача в том, чтобы спеть, как Олексій Смірнов. Нужно поймать само ощущение, да, то есть как должна звучать песня, то есть душа песни. Не знаю, як людина сильна чи ні. Може, він не боїть, а може, навпаки, боїть. Я уважительно отношусь к мнению Кондратюка, но, например, дочь Кондратюка голосует именно за Алешу. С твоей точки зрения, о чем песня? Песня о чувствах, которые сидят в глубине души мужчины, который остался один, но до сих пор ее любит. Вот такой ты должен быть. Там песня вся на грани того. Мне без тебя плохо. Я не могу без тебя жить. Какая уверенность должна быть в том, в данный момент, чтобы вот произнести эти сумасшедшие слова? Это, безусловно, настоящая любовь. Только человек уходит из твоей жизни, начинается пустота. I've always been a fighter, but without you,
can sing a love song about the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Льоша, ну я не знаю, яка вже інша пісня може здатна розпалити більший вогонь. Мені здається, ти не залишив байдужих. Як на мене, вогонь – це твоя стихія. Ігорю, тобі як здалося? Мені здалося, що ще б трішечки ми згоріли. Слава Богу, закінчився газ, я бачу. Льош, клянусь. Нічого не потрібно дівчатам, крім однієї речі на сцені. Просто їм подобатись в тому образі, в якому ти є. У тебе точний, класний образ. І тому твій виступ на 12 балів. Спасибо, Ігор. Спасибо. Дякую. Іро. А, до речі, а та буква «С» була пророчою, да, в дитячому садочку? «С» – то ж Серега. Скоріше всього. Скоріше всього, да. Ну, не сусіди вже. Іро. Что? Ой-ой-ой. Вы знаете, я, когда смотрела этот номер, в какой-то момент на меня наши взгляды с Серегой встретились. И я увидела, взгляд его был таким, ну, победным, что ли. Неправда, он был с поволокой. Вот. Победный взгляд был у Сереги. Но я, и, в общем-то, даже и не обиделась нисколечки. Потому что в этом взгляде еще и была гордость. И гордость не за себя, как за продюсера, а гордость за своего артиста. Потому что артист действительно великолепен. Браво. Дякую, Іро.
Сергей, что скажете вы про Лёшу? Да, в нашем шоу сегодня впрямь много огня, как бы нам не спалиться. Что сказать? Очень крепкое, уверенное исполнение, красивый голос. Все было исполнено чисто, точно, эмоционально, красочно, с полной отдачей. Красиво отыграна зажигалка, и все вспыхнуло. Все было очень органично, логично, естественно. Поэтому я очень доволен и порадовался. Спасибо тебе. Спасибо. Дякую. Серега. Дамы и господа, Алексей Смирнов. Лаконично і переконливо. Леша, як би мені хотілося сказати тобі, що все найстрашніше вже позаду, але ми обидва знаємо, що це не так. Панове, подальша доля цього хлопця у ваших руках. Він не матиме спокою, аж поки не дізнається ваше рішення. Висловити свою думку про Льошу ви можете за телефоном 0900 102 010 або надіславши смс із кодом 10 на номер 7766. Льоша, тобі я бажаю витримки. Хочеться вірити, що твоя безмежна любов відгукнеться взаємністю. І чи буде так, зовсім скоро ми дізнаємось. А це був Олексій Смірнов. Сергію, ні для кого не секрет, з якою прискіпливістю і відповідальністю ви підходите зі своїми підопічними до підготовки кожного раунду. А що мені залишається ще робити, Оксана? Ми пашемо зразу за десятерих? Так, перший з них вдалося вразити кожного без сумніву. Як щодо другої вашої вихованиці? Що ви замислили? Розкривайте таємницю. То, що ми замислили, ви зараз побачите. Но здесь не важно даже, что, как это вот будет. По задумке, может быть, это все будет проще. Огней не будет, полыхать ничего не будет. Мы не взорвемся, здесь я спокоен. Мне очень нравится то, что в этой певице есть гремучая смесь, очень манкая. Я вспомнил тоже второе свое любимое слово. В ней смесь нежности, чистоты и тайного порока. Вот мои коллеги все время глумятся, склоняя на все лады фамилию этой артистки. Перегар, переляк, перемык, перепрыг, все что угодно. Ну, я думаю, пусть потешаются. Потому что мы-то с вами знаем, что эту поющую стюардессу... Говоришь о своих коллегах по передаче «Акула-пера»? От Аркашинашвили и... Чем здесь? Что ты вспомнил, боже мой? Это было в прошлой жизни. В прошлом веке. Соседу да. Будто долго говорить, а сговорить... Мы знаем, что эту стюардессу зовут Жанна по фамилии Перегон. Итак, Жанна Перегон. У меня было такое ощущение, что я когда начала петь, что все замерли. Вот так вот сделали вдох, задержали дыхание и слушали. Ты меня удивила, браво. Дякую. Сегодня вам пришелся до вподоби еще один участник. Это Жанна Перегон. Потом думаю, Жанна Перегон, так это же я. Еще счастливее, еще прям вообще. Я прям счастье разрывает, разрывает. Да, ура, ура, ура. Класс. Совсем маленькая была, совсем-совсем. Я была Снегурочкой. Это был Новый год. Я помню, что я пела песню «Внучка есть у дедушки, дедушки Мороза, внученька как внученька, только нос курносый». Прям столько людей сидят, смотрят на меня. Мама такая сидит, смотрит, такая гордая. Здравствуй, дорогая. А вот... Мне кажется, эта песня и пойдет очень легко. Абсолютно.
Ну, выбором этой песни соседов подтолкнет перегон к краю пропасти. Я это утверждаю. Я говорю это с полной ответственностью. Я ничего другого не вижу. Лучше для Жанны Перегон. Здесь важно передать настроение. Угу. Светлая грусть. Да. И она сделает эту песню новой. Ее не нужно перепридумывать. Но она должна вот быть Жанной песней. В ней есть легкое состояние какой-то печали, состояние счастья, состояние свободы. Легкость, она вся легкая, она воздушная, эта песня. Эмоционально мне нравится, настрой мне уже нравится. Настрой нравится, да. Мне важно, чтобы она спела это, как всегда, эмоционально, искренно. Есть капитан, разрешите выполнять? Я знаю, что такое смеяться. Я знаю, что такое радоваться жизни. Я знаю, что такое любить и быть любимым. Я живу с чувством любви внутри себя. Жанна Перегон. Отпусти меня.
Жанна Перегон на сцені шоу «Х-фактор». Ну то де ж ваші оплески? Жанна, щоразу я дуже переживаю за усіх, хто сюди виходить на цю сцену. А іноді мені вдається пережити разом із вами те, про що ви співаєте. І зараз саме це відбулося. Мені здавалося, що кожен порух твоєї душі відгукнувся в мені. Ігорю, в тебе серце теж не камінь, тож вірю, що і до тебе Жанна достукалась. Достукалась. Я не знаю, звідки мені з сусідовим знали, що у 1996 році ми з групою ліцею плавали в одному круїзі. Ось. Я не знаю. Але мені сподобалось. Мені твій образ, здається, ще не зовсім знайдений, тому що ти то щось одне показуєш, то іншу співачку якусь показуєш. Я не знаю. Ти ще не знайшла свій образ, але мені Жанна подобається. Ігор, а тайний парок був в номері Жанни? Ось сейчас? Тайный порог. А у вас там был заложен тайный порог? Нет, ну я спрашиваю ты себя, господи. Порог, в смысле, через который перешагивает? Соседу, я тебе потом расскажу в курилке Ире Дубцовой про этот круиз. А от Иры нам нечего скрывать. Она нам сама многое расскажет. Панове, давайте повернемся до Жанны. Игорю, то, что тебе сподобалось? Мне сподобалось. Не, мне сподобалось, Жанна. Я, от, чесно кажучи, я був не впевнений в тобі, коли ти була в 12-ці. Але перший ефір, другий ефір, мені здається, що... Все складається поки що добре. Спасибо. Дякую. Дякую. Серега. Неплохо. Спасибо большое. Дякую. Лаконично. Спасибо. Ира, ты какой думки? Ну, судя по выражению лица Жанны, она смотрит на меня. Жанночка, ты же знаешь, да, как я хорошо к тебе отношусь. И сколько раз мы вели с тобой задушевные беседы не под камерами, да? И... Ты понимаешь, да, что я хочу сейчас тебе сказать? Насколько невероятным, захватывающим, настоящим, искренним было твое прошлое выступление? Вот настолько... Я не скажу, что я разочаровалась, я расстроилась. Я расстроилась, я думаю, что ты не очень довольна, наверное, была выбором песни. И, ну... Даже если не нравится песня, даже если она не нравится даже вот на столечко, выйди, ты артистка, выйди и сделай все так, чтобы, ну, по крайней мере, Сергею Васильевичу, да и мне тоже не было. Жанночка, скажи, тебе нравится эта песня? Такое. Такое. Не знаю. Вот, это о чем я говорила. Она, но она неплохая. Уже она... ее просто запела. Наверное. Запела. Был момент запетости, зарепетированности. Наверное, Ира это имеет в виду. Потому что песня на самом деле шикарная. Это хитовая песня, это девичья песня. Это не возрастная песня. Это не осень Аллы Пугачевой. Это осень группы «Лицей». А там совсем другая осень. Как Игорь сказал, 96-й год. И когда они были очень-очень юны. Это такая девичья осень. Она неплохая. Просто ее тяжело передать. Какая бы она ни казалась легкой, ее очень тяжело передать. Правильно. Простите меня, пожалуйста, передать. Жанночка, Сергей Васильевич, я просто не договорила, вы меня перебили. Но, тем не менее, у Жанны невероятный потенциал, внутренние такие способности, которые, поверьте мне, с каждым эфиром мы будем наблюдать и удивляться все больше и больше. Ты умница. Спасибо. Я это знаю точно. Досказано. Дякую тоже. Вам есть еще додать еще? А, да, конечно. Что меня поражало всегда в Жанночке, это ее глаза. Вот в них какая-то искренность и лукавство, и чистота, и в то же время есть поволока. Это взгляд с поволокой, то, что я очень люблю. Ой, Жанночка, боюсь, не перемудрили ли мы с этим тайным пороком и с поволокой. Но мне понравилось то, что ты была естественна. И ты передала эту осень так, как ты вот сейчас чувствовала. Причем сейчас в эту секунду, в эту минуту. Потому что каждый раз ты пела это по-разному на всех репетициях. И мы искали и так, и сяк. В итоге остановились на ощущении состояния. Да, вот какое будет состояние, так вот Жанночка и споет. Она вот так спела. Она окуталась зябко вот в эту кофтенку, потому что холодно, берег моря, луна.
осенний берег, прохладно, и чувствовалась прохлада в голосе. Не знаю, это вариант, один из вариантов, песен, один из ракурсов этой песни, безусловно. Но ты должна быть всегда уверена в том, что ты делаешь. Да, люблю, осень моё, я всегда ваша, ура. Ура, дякую, да. Чудово, прекрасно. Спасибо. Головне, що Жанна заспівала від душі. Шановні глядачі, ви і тільки ви можете зробити так, аби світло X-фактору не згасло для Жанни. Все, що для цього потрібно – дочекатися завершення виступу усіх учасників, а потім набрати номер 0900 102 007 або ж надіслати смс із кодом 07 на короткий номер 7766. Жанна дуже сподівається на вашу підтримку, тож прошу вас не залишатися осторонь. Жанна, твоя прониклива пісня не могла пройти повз серця наших глядачів. Я вірю в це. І ти вір. А це була Жанна Перегон. Іро, з особливою цікавістю я сьогодні чекаю на виступ, твого колективу. Минулої суботи глядачі змусили вас дівчатами неабияк понервувати. Але, я сподіваюсь, номінація «Ваш дух не зломила». Чи не так? Это действительно так. Мы сильные, настоящие женщины. И какие-то такие сложности и трудности делают нас только сильнее. У моих девочек настоящие большие сердца, в которых есть женское чувство, понятное каждой зрительнице. И они в очередной раз сейчас готовы будут им поделиться. Встречайте. 3D. Мои. Співають так класно, і раптом номінації, що за нонс. Та тихо ти, куда? Можна плеча? Все нормально. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо. Рушить стереотипы, совершать революции, вести народ к чему-то новому – это всегда тяжело. У шоу залишається. Було настільки легше, що я з двох сторон держала і зал. Якщо там стояла одна, я б просто упала. Гурт 3D! Сами родные люди. Каждый из вас наверняка есть что вспомнить такое. Есть ведь, да? Есть. Говорить о чувствах при всех, о чувствах, которые вот сокровенные, которые вот здесь, это очень сложно. Держи себя в руках! Саня, что такое? Не знаю. Ну, все. Были моменты в жизни, которые описывает именно эта песня. Был человек в жизни. У каждой история своя, объединяет нас вот эта песня. Питання знову ж таки в тому, чи хочуть глядачі бачити трьох неординарних за зовнішністю дівчат на сцені X-Factor. Це буде не пісня, це буде розказ. Показати
то, кем мы являемся на самом деле, то, что мы чувствуем. Гурт 3D. Дівчата, я щаслива, що ви залишилися з нами. І навіть думати не хочу про те, що глядачі все це могли не побачити і не почути. Я переконана, що минулого разу просто сталася якась прикра помилка, і сьогодні все стане на свої місця. Сергію, ви зі мною згодні? Да, очень захватническое выступление, я бы сказал. Захватили зал, захватили зрителя. Интересное решение песни, тем более, что эта песня сольная. Там все от первого лица, и пела это
одна певица. Да, здесь же поет трио. Очень эмоционально, необыкновенно, особенно ближе к финалу. Я очень люблю такие страсти, такие эмоции. Они были очень естественны. И даже, казалось, где-то срывался голос, но все работало на это впечатление, вот это эмоциональное, страстное. Единственное, что, может быть, коду я бы в повтор припева спел бы не «Я так молила», а «Мы так молили». «Мы так молили, удержи, не удержал». И что же, у него гарем, что ли? Да, да. «Ты был транзитный наш вокзал». Потому что вы все ждали одного человека, как мне показалось. Ну, во всяком случае, если вы сделали решение песнями таким, что вы ждали все, вот ваша троица ждала бы одного мужчину, да, одного любовника, это было бы сочнее и пикантнее. Дякую. Спасибо большое. Игорю? Да дурню ты якось сказав, Сережа, вибач. Насправді, серйозна пісня. І на мій погляд, вони заспівали, ну, вибачте, краще Ірини Алєгрової, при всій повазі до голосу Алєгрової. І я... Ти краще встала. Дівчата, 3D – це дівчата. Дуже добре. Молодці. Дякую. Серега? Я считаю, что девушки достойны аплодисментов уже потому, что сумели преодолеть себя, побывав в номинации. Это всегда очень непросто. И это было действительно яркое выступление. И вот этот посыл о трудной женской судьбе сермяжной, он, мне кажется, не только до наших телезрительниц долетел, но и вообще до всех, кто присутствует сегодня в зале. Вот. Дякую. Ира? Тебе теж слова знайдуться неодмінно підтримки дівчат. Девочки мои, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы не боитесь признаваться в своей вот женской какой-то боли. Это прекрасно. Это честно. Это замечательно. И более того, я вам скажу, что даже самые транзитные и самые, не побоюсь этого слова, странные пассажиры иногда возвращаются. Дякую. Аня, Саша, Светлана. Запевняю, ваш X-потяг ще не пішов. Панове глядачі, сподіваюсь, цього разу ви не будете наражати дівчат на небезпеку, а навпаки, будете захищати їх щосили. Зробите це простіше простого. Запам'ятайте номер телефону, яким ви можете їх підтримати. 0900 102 004 або ж надсилати смс із текстом 04 на номер 7766. Обидва способи дієві і не нехтуйте жодними з них. Але трошки пізніше, адже лінії для голосування будуть відкриті лише після завершення виступу останнього учасника. Дівчата, особисто я вами пишаюсь, ні пуха вам, ні пера. Це був колектив 3D. Всього два виступи відділяють нас від початку голосування. Але хочу вас застерегти, не робіть передчасних висновків. Перш ніж остаточно визначитись із фаворитами, ви обов'язково повинні почути навдивовижу ніжно Аїду Ніколайчук, а ще заново відкрити для себе хлопців із тріо «Диверсія». Їм по силах втрутитись у розподіл ваших симпатій. Дочекайтеся, ми повернемося менше ніж за 10 хвилин.